Итак, всем привет, это Спанч Боб, и мы продолжаем обозревать воды на Майнкрафт. И это у нас будет четвертая часть уже наших обзоров. Будет, опять будет уже опять юбилей, потом 10-й тоже будет юбилей. Так, что мы начинаем. У нас прикольный мод. И начнем с вещей, которые он добавляет. Он добавляет две вещи. Первое, конечно, искать нашу вещь, которая нам нужна, и это есть суть бора. Нам, во-первых, надо приготовить такой телепортер базы, то есть база. Потом мы приготовим, нужно четырех кристаллов, двух красных факелов и три этих, как там их называют, железа, приготовить вот такой телепортер. Вот уже пропеллер. А после этого, когда мы здесь все штуки возьмем, мы должны скрафтить сам телепортер из Team Fortress 2. У нас есть два выбора на цвет. У нас есть синий, у нас есть красный. Да, я возьму красный, потому что, ну, пора вот открыть секрет, красный мой любимый цвет в жизни. Поэтому я очень люблю красный. Я всегда люблю играть на красных в Team Fortress. Это прикольная команда. Потому что она красная, и красный цвет. Ладно, это не важно. Теперь переходим к самому моду. Мы кликаем правой кнопкой мышки, у нас появляется телепорт. Мы можем... Нет, мы так не делаем. Что можем с ним делать? Можем настроить частоту, которую может... Мы можем выбрать частоту. Например, давайте выберем где-то 50... Нет, давайте 50 где-то выберем. И сделаем другой телепортер. На нем напишем тоже. 50. И, о чудо, телепорт работает. Идем сюда. У нас телепорт идет сюда. Стоим здесь. У нас телепорт идет сюда. О боже. Но если мы изменим частоту, например, напитываем 50, 60, а то будет 50, то телепорт не будет работать, если совмещаться вместе. Давайте покажу вам красный вариант. Где у нас красный? Давайте покажу вам красный вариант. То есть синий вариант, вот, имею в виду синий. Надо сейчас, уже даже конец серии, ладно, сейчас надо быстро сделать таймсет. Покажу теперь вам синий выбор, он такой более светлый. Красный такой темненький, он такой более светленький. Так, выбираем частоту минус один и частоту минус один. Нет, становится там. Это, значит, давай. А, давайте назовем часту в честь нашей четвертой серии. Давайте попробуем, знаете, как сделать? Например, вот здесь у нас есть вот, четверка. Давайте попробуем открыть далеко улететь и попробуем сделать да, наш телепорт. Далеко вообще от нашего домика. Очень-очень-очень далеко. Сейчас, чтобы у нас домик вообще не было видно. По идее. И все, нашего домика нигде нету. По идее, ничего не надо. Еще 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, мы потеряли наш домик. Мы не знаем, как его найти. Но чудо, нас спасает телепорт. Мы заходим в него. Возвращаемся домой, о чудо! Все, я удаляю телепорт. Ладно, все. Вот такой у нас на сегодня хороший модик. Ладно, всем подписывайтесь, с вами был Спанч Боб. У нас будет такой прикольненький модик. Под названием это телепортер крафт. И когда там я уже не помню, это просто про Team Fortress там. Ладно, важно. А пока я сам хочу попрощаться, с вами был Спанч Боб, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, с вами был Спанч Боб, всем пока! Пока!